А чё, как говорится, мелочиться? Если можно, превратиться в крипера и напугать какого-нибудь своего подписчика, ведь я умею взрываться. Только теперь я капец огромный. Ладно, все, проблема решена. Побежали, ребята, потихонечку. Тут я нашел офигенный дом своего подписчика на своем сервере. Я думаю, что сейчас он офигеет, кто к нему придет в гости. Давайте потихонечку, помаленечку его отыщем. Будем сначала красться прям очень-очень тихо. И давайте уже в дом, наверное, заходить. Да капец, если к вам в дом зайдет крипер, да вы первым делом просто, наверное, закричите. В чат пока что он вроде ничего не пишет, у него привилегия князь, его будет сразу видно. О, тут оцелоты, нам не сюда, где же он? О, здрасте! Нифига себе, как он драпанул! Мне показалось, или у него скин крипера? Так, погоди-ка, стой, я тебя же отыщу, парень! Эй, чел, а ну-ка, взрываемся! Уходим. Типа взорвались. Теперь я снова широкий, мне нужно это как-то исправить. Капец, кино 3D. Какое кино 3D? К тебе вообще-то крипер домой пришел, ты не заметил? Опа, он выходит, спокойненько здесь сидим. Прям на скале. А теперь мы уже около входа в его дом. Попробуй войти. Давай, это челлендж будет. А, все, пошел. Все, теперь дом-то мой, да, получается? Все, спасибо. Здесь я теперь буду жить до добра наживать. Я же реально могу вот так вот взять. Ой, это я случайно взорвался. Все, я теперь и не широкий, обычный крипер снова. Давай, я все еще здесь. Он убегает от меня. Капец, прикиньте, как он пугается. Бедный парень. Да уйди. Ага, сейчас я тебя возьму и уйду просто так. Я же могу к тебе начать подходить. Ты же это понимаешь? Давай. Свекла? Ты мне кинул свеклу? Ты серьезно? Ты крипера хочешь свеклой накормить? Ты сдуревший, реально. Все, подходим к нему потихоньку. Давай. Сейчас буду взрываться. И... ну... зараза, в дом убежал. А я за тобой, чё уж мне? Я же крипер все-таки. Есть один лайфхак. Ага, лайфхак у тебя есть. Давай, какой у тебя лайфхак-то есть там? А, оцелоты? Ну так-то логично. Что-то они там бегают, боятся немножко, да? Го ко мне. Не-не-не-не-не, я не могу к тебе подходить. Там же оцелоты все-таки, елки-матрешки. Я подожду тебя здесь лучше. Что-то мне самому страшно. Бррр. Блин, оцелоты! А что это такое-то? А в чем прикол-то? Почему ему самому-то страшно? Что-то я не понял. И в чате-то я не могу спросить, потому что, ну, будет как-то тупо, что крипер пишет в чате. Он меня тогда сразу спалит. А, ты... парень, как бы тебе сказать, у тебя оцелот сгорел там. А почему он забоялся оцелотов, ребят? Какого фига в доме у крипера оцелоты? Чё? А, точно! У него скин крипера. Вот я дебил. Точнее, вот он дебил. Какого фига у него в доме оцелоты, если он как бы крипер? Ладно, видимо, он не такой уж настоящий крипер. Ждем его здесь. Дебил, я тебя вижу! У меня видишь, что ли? А так, а я же крипер, я же глупый, я же не понимаю, я чат-то читать не умею. Я притворяюсь реальным NPC-шкой крипером. Давай, заходи. Взрываемся! Все, сидим тут. Теперь я кое-что придумал. Да не злись ты, еще не на что злиться. Сейчас будет на что. Мы включаем админку. Какая-то странная ситуация. Согласен. Сейчас она будет еще страшнее, потому что я могу делать вот так вот. Если я как бы как обычный игрок, такого я сделать не сумею. Но теперь я могу взрываться реально бесконечно. Он будет от меня погибать как бы каждый раз. Ну ладно, это уже перебор, поэтому уходим. Будем стоять снова здесь. А, хватит меня взрывать! Слышь, иди сюда! А, давай. Только крипера-то что-то уже нет. Корова одна только осталась, представляешь? Она тут у тебя ходит, ждет тебя, между прочим. Сейчас он реально офигеет, что крипер, ну просто исчез. Ну, по идее, крипер должен исчезнуть. Он же взорвался. Я тебе сейчас цветком вдарю. Ага, давай попробуй. А ты что там, кого вдаряешь-то? Это же не крипер. Стой, да парень, ну ты что, сдурел, что ли? Ладно, давайте подбежим к нему сзади немножечко. И помычим. Согласен, странно помычал, но достаточно будет. Привет! Он меня наконец-то заметил. Чё хотела? Так я тебя не понимаю, ты дурак, что ли? Я тебе чат, что ли, буду читать? Каким образом? Я же корова. Ты тупая? Не, я не туп... Да как ты смеешь? Вот так вот. Чё ты сейчас сделала? Я? Не, я ничего не сделал. Ты чё, да тебе показалось. Я случайно сломал листву. Лишь бы не спалиться. Мне дядя Игорь. Ты офигела? А за что тебе дядя Игорь-то пропишет? Ладно, все. Мычим.
Заходим и потихоньку отсюда сваливаем. Вот это я понимаю, слушайте, а я уже научился играть с этими превращениями. Я реально похож на NPC-шку самую настоящую. Э, ты кому это экаешь там? Чё повернулась? Ой, спалился немножко. Ай, как повернулась, так и отвернулась. Все, уходим аккуратненько, ребята, уходим. Готовь. Ты чё, сдурел, что ли, там совсем? Кстати, а я у тебя необычная корова, смотри, оп. Это бывает единичный случай, просто один на миллион. Это откуда? Ну как тебе сказать? Вот отсюда, вот правильно мыслишь, в правильном направлении. Да-да-да, лови. Вот тебе, держи еще. Уф, нифига. Ага, вот такая я вот золотая корова. Мычать умею, алмазы генерировать тоже. Я все продумал. Теперь ты меня содержишь, погнали ко мне на хату. Ух ты, а так я же не понимаю в чате это что пишется. Не-не-не, никуда я не пойду. Я что, я же тупая корова. Просто хожу по миру и все. Давайте следим. Тупая свинья, подожди. А я не свинья, я же корова, блин. Ну ты сдурел что ли? Почему они все путают меня? Я превращаюсь в корову, они называют меня свиньей. Какого фига? Это же нечестно. А что он делает, интересно? А, ты мне пшеницу привез. Давай, давай, пошли, пошли за пшеном. Идем, идем, идем. О, ты мне воду кинул в пшено. Спасибо, спасибо. Я буду купаться здесь тогда. Вот они. Так ты дурак, что ли? Я тебе тогда алмазы вот так вот не буду давать, если я утону. Ты понимаешь, в чем логика-то? Нифига, сорян. Сорян, говоришь? А все, я утонула. О, ты меня освободил, спасибо, спасибо. Ладно, я пошла тогда. Алмазная корова уходит. Надо держать, парень, надо что-то делать. Все, пошли, пошли, пошли отсюда. Ага, пшено, ты меня пшеном что ли завлекать хочешь? Да пошел ты нафиг со своим пшеном. Я просто иду мимо и все. Ты мне алмазы что ли хочешь дать? О, фигушки тебе с маслом. Я просто ухожу и все. Ну и пофиг. Пофиг, да? А интересно, на это ему тоже пофиг? Нифига не пофиг. А чё это не пофиг-то сразу на алмазы клюнул, да? Ты же моя родная. Ага, родная корова, да я вообще пошла отсюда, неблагодарный ты фермер. Все, теперь пофиг. А серьезно, пофиг? Даже на это пофиг. Он, кажется, алмазы чует. Или он смотрел на F5. У меня дар. Какой у тебя дар? Дар дебила у тебя, понял? Дар у него, нифига себе, я ему алмазы скидываю, а дар у него. Я вообще-то корова алмазная, тебя это не смущает, да? У меня нету, значит, дара. Когда алмазы на земле валяются, попе колышется немного. Это бывает, это от страха, это нормально, у всех так бывает. Так, короче, превращаемся в свинью. Теперь он офигеет, что его алмазная корова больше как бы, ну все, все. Заменяется на свинью, больше ее нет. Приходим к нему по новой. Ой. Привет. Он смотрел, да? Ты, блин, кто? А, как тебе сказать? О, загон, загон, загон. Сейчас попробуем там что-нибудь сожрать. А ну-ка. Не, не нравится мне это. А ну-ка, дай-ка еще раз пробую. Не, тоже не нравится. Что-то совсем не зашло. Капец тебе. Стой, 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 пожалуйста, не убивай, пожалуйста. Я же купаюсь тут просто. Я ж ни одну свеколку не съел. О. Морковка. А морковка мне нравится. Намек поняла? Да, намек поняла. Кивну ему, пускай уж думает, что я разговариваю. Ну это будет странно. Я тебя оседлаю. Не надо, пожалуйста. Нет, я хочу жить, ну, спокойно жизнью, ты понимаешь? Мне просто нужна морковка, а не свекла. Я не буду это есть, вот. А что это ты мне свеклу-то скидываешь? Не-не-не-не-не, я не буду это есть. Киваем ему, что не будем. Отказываемся. Ну я зажравшаяся свинья. Какую нафиг свеклу? Семечки ешь. Какие семечки? Не буду я семечки. Я морковку же люблю, я же свинка. Что ты мне киваешь, что да? Капец, блин, свиньи эволюционировали. У меня, блин, в деревне борщ с хлебом ели. А это выпендриваться? Пошли за мной. А, ну пошли за тобой, пошли, пошли, пошли. Ничего необычного, да, не замечаешь, парень? Что я просто иду за тобой? Я же как бы свинья, ты же понимаешь. Странный он реально. Ты мне нравишься, го встречаться. Ты сдурел что ли? Ладно, все, уходим, уходим. Уходим, уходим, что-то дело не туда заходит совсем. Все, 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 нафиг оно надо. Давай, давай, давай. Я лучше в загоне посижу. О, ты мне морковку принес. Морковка это мне нравится, морковка это мое. Сейчас будет просто офигительный момент, ребята. Смотрите дальше. Я придумал кое-что гениальное. За мной есть план. Какой план у тебя? Давай иди сам, я здесь посижу. Давай, 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 шуруй отсюда нафиг. Нет, покиваем ему, что я не пойду. Плиз. Не-не-не-не-не-не-не. Нам нужно, чтобы он ушел, ребята. Нет, киваем ему, что нет. Ну и фиг с тобой. У меня до тебя такая была девушка. Она алмазы давала. Прям девушка была? А я, между прочим, тоже могу алмазы давать вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп. Ладно, ребята, мы должны убрать превращение. Хопа. Теперь готовы? Раз, два, три. Ага. Ой, ты уже здесь.
ничего не заметил, да, парень? Стоп. Да-да-да-да-да-да-да. Перевет, это я, мистер Свин. Сейчас он реально офигеет. Крутую, да, я шутеечку подготовил заранее. Лайк, если понравилось. Капец. А ты куда это? Парень, стой. Парень, стой. Ты чё? Я ж тебя откопаю. Я же мистер Свин, качок. Ты же понимаешь, что тебе хана. Ну ты же понимаешь, что я тебя еще и избить могу. У меня же меч есть, вот. Вот что я с тобой сделаю. Ты мне, кстати, алмазы мои должен. Да. Именно эти, еще и морковку я заберу, почему бы нет. А чё, на мистера Свина просто так нарываться, это, конечно... Свинья, дай! Ага, сейчас отдал я тебе. Это вообще-то все мое, между прочим. Так, здрасте, здрасте. Спокойно. На свинку не лезь, ну пожалуйста. Ну стой. Давайте пошифтим ему, стой. Я ему напишу, погоди, стой. Ты что, в чат пишешь? Да, я пишу в чат. Да, у меня ник свинья, блин. Ну не убивай меня, пожалуйста. Приюти, я ему говорю, пожалуйста, алмазы дать тебе. Ну вот у меня только один просто. Отлично, пошли. Все? Ему хватило реально одного алмаза? Ага, сейчас я с тобой пойду. Не, нафиг, я побежал. И я на спавн. Нафиг надо, то убил бы еще. Ну хотя здесь можно убивать. Я же на своем гриферском сервере нахожусь. Да, ребята, эту серию я снимал именно на своем серваке. И вот те люди, которые сейчас стоят позади меня, они, скорее всего, на 99,9% мои подписчики. Если вы хотите попасть как-то в видос, например, вот так. Посмотрите, сколько вас здесь. 116 человек только на одном сервере. А тут их 3. То обязательно заходите на мой сервак ipshnikmc.justmine.su. Прямо сейчас заходите на него. Версия сервера начинается с 1.12.2 и выше. Кстати, если вы будете заходить на сервак каждый день, то для вас специально подготовлены бонусы. И на 6 и 7 день вы будете получать донатную валюту, за которую вы можете покупать офигительные плюшки. А еще вот такие превращения, например, в слайма или крипера. Айпишник, я вам оставлю еще, естественно, в описании под этим роликом. Заходите, играйте. Надеюсь, вам понравилось это видео и вы поставите ему лайк. Чем больше лайков, тем больше таких роликов. Фух, это было круто. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Посмотрите предыдущее, а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока!